У Гомельском кинотеатре «Мир» зараз проходит показ белорусской киностужки «Поцелунок в осени». Представить картину, якая выкликала цікавость на международных кинофестивалях, приехала творчая группа. Створальники фильма рассказали нашим корреспондентам и первым глядачам историю его створения. Режиссер и продюсер стужки Андрей Голубев починал свою карьеру миновито у Гомелі. На его рахунку больше як 50 ролей у кино у якости каскадера. И вось он снова у Гомелі, але теперь у іншим амплуа и с іншей метой. Представить свою первую продюсерскую работу. Стужка мая непростый лёс. Працевать над ее творчая группа починала на початку 2000-х. Здымали полнометражку выключно на уласные сродки. И только дякуючи энтузиазму команды, яе веры у режиссерский талент, фильм может оценить глядацкая аудитория у кинозалах. А могло быть зусім інакш. Некий час Андрей Голубев хотел сховать работу у стол, и калі б не актер и режиссер Владимир Гастюхин, так оно б напевно и было. По его мнению, у него очень большая фестивальная судьба. Необычный жанр. То есть я вам скажу, что это даже не совсем драма. Не совсем мелодрама, а это такая притча. То есть авторский такой сложный жанр, на который я не думаю, что на него пойдет зритель. Вот. Потому что это мое... мое выражение. Притча «Поцелунок в осени» про взаимоотношения поколений, конфликтные ситуации и то, как выпадковая встреча может отримать нечаканный протяг. Автор сценария, продюсер и режиссер фильма Андрей Голубев пропонует поразважать над сгубленными каштовностями. Разом с творчей бригадой он упевнены, что работа знойдет в отгук у сердца глядача, але только того, який прагне думать. Андрей сумел увлечь своей преданностью фильму, своим решением, своим вот горением. И он подобрал, конечно, потрясающие места для съемок. Это очень красивый фильм. И то, что он снимал на пленку, и вся вот атмосфера, она была удивительная. Знаўцы беларускага кіно прадракаюць гэтай кінастужцы удалае фестывальнае жыццё, цудоўны акцёрскі ансамбль, непрадказальная сюжэтная лінія і арыгінальны погляд. У выпускніка рэжысёрскай майстэрні народнага артыста БССР Міхаіла Птушука з фільмам «Поцелунок в осені» вялікія шансы на галоўныя прызы міжнародных кінафестываляў. Карціна, я думаю, будзе бласкунна воспринята нашай зрительской аудитории, подающей надежды режиссер Андрей Голубев. Я думаю, это его вот такая дебютная картина, серьезная картина. Это еще один шаг к тому, чтобы создавать новые талантливые фильмы. Наталья Игнатенко, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».